Эдем. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое Эдем? Эдем – это райский сад, место первоначального обитания прародителей Адама и Евы. Находился на земле, предположительно, в Ближневосточной Азии, у рек Тигр и Евфрат. Эдем – место обитания первозданных людей. Он представлял собой прекраснейший, благоустроенный сад, орошаемый чистыми водами. Сад был исполнен плодоносными деревьями, приятными на вид. В нем не было враждебных человеку животных. Не было и вражды одного человека к другому. Заповедь о невкушении плодов с дерева познания добра и зла, данная им, не была слишком сложной. Ведь плодоносных деревьев в Эдеме было много, а под запрет подпали только плоды одного. Можно сказать, что по отношению к прародителям Эдем представлял оптимально комфортную среду обитания. Здесь все располагало к радости. Но самую высокую радость первозданные люди испытывали от того, что имели общение с Богом, неисчерпаемым источником благ. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да хранит вас Бог –